Азербайджан является родиной одной из самых известных и популярных пород лошадей – карабахской. Она отличается своей красотой, грацией и выносливостью. К сожалению, карабахская порода лошадей оказалась на грани исчезновения после оккупации Агдама в 1993 году. Именно здесь, с 1949 года, стоял Агдамский конный завод, где разводили лошадей карабахской породы. С 1994 года их перевели на территорию Хамторпак в Акджабиди. Несмотря на все трудности, карабахских скакунов удалось сохранить до сегодняшнего дня. И в последние годы государство предприняло серьезные шаги по возвращению былой славы азербайджанских коней и обеспечению развития коневодства в стране. В 2022 году заложен фундамент будущего центра племенного коневодства в селе Эйвазхамбейли Агдамского района. Строительство конезавода продолжается, и после того, как он начнет работать, здесь будут разводить породистых лошадей. Вопрос закладки фундамента конного завода в Агдаме был для нас очень важным. Это связано с тем, что все, кто занимается коневодством, знают, родиной карабахской лошади является Агдамский коневодческий центр. И возрождение этого центра является одним из факторов развития этой породы лошадей и коневодства в Азербайджане в целом. В настоящее время в Акджабиди действует коневодческий комплекс, и здесь разводится наибольшее количество карабахских лошадей в Азербайджане. А открытие второго центра приведет к улучшению карабахской породы лошадей. Деятельность этого завода рассматривается как очень позитивный для нас момент, и там планируется разводить элитных лошадей. Специалисты Агдамского конного завода старались сохранить племенной фонд. С 2007 по 2017 годы издано ряд указов и распоряжений, направленных на сохранение золотого запаса страны. А в 2018 году в Акджабидинском районе был открыт новый карабахский коневодческий комплекс. На территории площадью 35,5 гектаров восстанавливают лучший тип породы – легендарно выносливых, преданных, элегантных золотисто-рыжих лошадей. Именно здесь родился и вырос образцовый жеребец Шохрат, которого в 2022 году подарили королеве Елизавете II от имени президента Ильхама Алиева. Если нам удастся вернуть карабахской лошади прежнюю репутацию, и лошади карабахского завода будут выставляться на выставках за пределами Азербайджана, это станет фактором, влияющим на экономику Азербайджана в будущем. Думаю, что развитие коневодства не должно проходить только в одном регионе, но и идти в других. В то же время другая наша порода, дильбаз, будет развиваться такими же темпами. В настоящее время в Акстафе есть коневодческий комплекс, и в нем разводят этих лошадей. В целом, я считаю, что и карабахские, и лошади породы дильбаз должны развиваться параллельно. В качестве Федерации конного спорта мы каждый год предпринимаем необходимые меры для развития обеих пород. Строительство центра племенного коневодства является важным шагом возрождения этой отрасли. Центр будет служить базой для разведения, обучения и подготовки племенных лошадей карабахской породы. Возрождение коневодства является не только важным фактором сохранения национального наследия Азербайджана, но и служит вкладом в развитие экономики страны. Азербайджанские лошади пользуются большим спросом как внутри республики, так и за рубежом, что делает их ценным экспортным продуктом. Кроме того, развитие коневодства способствует созданию новых рабочих мест и развитию сопутствующих отраслей, таких как производство кормов, ветеринарное обслуживание и туризм. Нармина Хамбабаева, Эмин Ахмедов, Фарид Ибатов, CBC.